Анна Седокова поделилась своими мыслями о воспитании детей. Многодетная мама высказалась на тему материального обеспечения наследников. У певицы трое детей от разных мужчин: 14-летняя Алина, 7-летняя Моника и полуторагодовалый сын Гектор. Младшая дочь звезды живет со своим отцом, а сын еще слишком маленький, поэтому исполнительница порассуждала о деньгах на примере Алины. Седокова сопроводила пост новым портретным снимком сына. Артистка призвала поклонников ставить лайки. На размышлении звездную маму натолкнул разговор в парикмахерской на Рублевке. Там одна из посетительниц рассказала, что не собирается давать деньги взрослой дочери, которая учится в МГИМО, персонал и остальные посетители неодобрительно смотрели в адрес строгой мамы, а Анна призналась, что целиком поддерживает ее. «Я тоже с 14 лет работаю, я должна была выживать, потому что у нас ничего не было. Но мой сын родился уже у мамы, которая ездит на Майбахе», написала в Инстаграм Анна. По ее словам, старшая дочь не понимает, что ее мама ездила на метро, и это сделало ее сильнее. В ее окружении в 18 всем родители дарят машины и говорят: «Ну главное, чтобы учился нормально». Но мы словно два противоположных мира. Я же ей все время рассказываю о сверхзадаче и возможностях, о том, что нужно пахать и работать сутками, поделилась артистка.